Всем привет! Вот, сегодня закончилась уже рыбалочка у меня. Немножко неудачно. Новое место. Вот, разведывал. И оно, короче, место не очень себя оправдало. Может, немножко погода не та, но по большому счету не очень рыбное место оказалось. Вот, за полдня я взял одного окушка. Вот, и то с утра. Была одна поклевка на живца, вот, которая не реализовалась. Вот. Что еще хочу сказать? Очень понравилось все-таки вот крепление для спиннинга. Вот. Сегодня вот испытал первый день. Вот. Приклеил вчера. Вот. Отлично работает. Удобно менять блесна. Удобно транспортировать спиннинг, когда перемещаюсь с места на место. Вот. Зачетная вещь. Очень полезная. Вот, и на берегу меня сейчас встречает кот. Местный кот. Здорово. Дай лапу. Давай лапу. Я знаю, что этот окунь единственный, который мне сегодня поймался. Кому достанется. Так, окушок, иди сюда. Иди, красавчик. Вот такой не очень крупный окушок. В общем, уйдет с молотка нашему котику. Давай, забирай. Забирай. Ну, хоть кому-то сегодня повезло. Он ждал его с самого утра. О, потащил. В общем, и неудачная рыбалка тоже иногда нужна. Вот. В любом случае, погодка наладилась. Хорошо провел время. Отдохнул. Вот. О, пошла жара. Приятного аппетита. Все, всем пока. До новых встреч. Счастливо.